приехали на первую 226-ю точку ТР-2. Так, тут понять бы, какая-то яма. А, так она не сильно и тяжелая, по идее. Только ямы, конечно. Да, 226-я. И это все. 226-я, да, все правильно. По карте 226-я. Точка визит там. Какая-то она даже совсем простая. Даже я бы спокойно сюда подъехал. Следующая 222-я точка. Вот, тут уже хоть она поинтереснее. Тут уже надо вниз в воду спускаться. Не так, как предыдущая была. Тупо на дереве. Здесь я бы уже, конечно, не заехал сюда. Где-то там на дереве. Ну, это же поинтереснее, да? Предыдущая была ни о чем. Вот мы уже. 222. Привет, вторая. Шеф, я владеешь мандочкой или доктором? Нива пытается выехать. Своим ходом получится, нет? Нет, похода своим ходом нет. Сидимся. Цепляет лебедка за вот это же дерево, чтобы чуть-чуть подтянуться вверх. А там где-то точки ТР-4, но, блин, не успеем туда. Там тяжак, конечно, подъехал, поплакивал. Если туда поедем, то потеряем Ниву. Так, квадроциклы, не знаю, куда они едут, сюда или дальше проезжают. О, квадры тоже сюда, да? Что есть? У тебя номер есть? Квадрики что-то не захотели брать точку. Я так понял, у них выбор точек там, наверное, всех классов. Ну, уехали квадрики. Нива выбирается, тут рядом самая сложная, это 4-я точка, и тут хижак как раз подъехал. Сейчас посмотрим, что у них за точка. Так, еще тут сложного. Воду, наверное, туда уходить надо. Туда воду даем. А, что там вот кусок торчит, да? А, я уже вижу, да, вот где-то. Вот здесь точка. А они вот здесь. Так, туда сейчас будет заезжать. Теперь еще такие ямы, накиданные такие бревна здоровые. Проедешь. Ну, хижак должен проехать. А, то не точка, точка с другой стороны. Что-то мы не перепутали, да. Тогда все намного легче. Там чуть воду. Сейчас залебедятся где-то задом, чтоб потом. Потому что надо вниз туда. Обрыв такой.
так вот так повис. Но еще, блин, надо ему спуститься вниз, я так понимаю. Это все, это хижак спустился, там они фотографируются, в принципе, и выезжают. Так что идем к нашей Нивке, наверное, не потерять ее. О, УТВшка, кстати, едет. Посмотрим, куда УТВшка поедет. Ехала УТВшка к той точке, где хижак. Нам надо ехать дальше. Нивка потихоньку выбирается. Здесь Нива выбралась. Нива кипит. Давай на перерыв. Заливаем с водой. Не факт, что он продолжит. Так, к сожалению, кипит. Сход поедет в лагерь. А тут так удачно. Хижак. О, везунка с колеса. А что? Где вы колесо дели? Оставили вас на пару точек самих, а вы уже без колеса. Ляж еще раз, покажи, как ты фотографируешь. А хижак еще не заезжал? Нет. О, отлично. По-моему, бизон тоже сошел. Капец. Да, это пипец. Так, еще один сход, блин. Оставили бизона одного, и он все. Сейчас попробуем ехать за хижаком. Правда, блин, он же в самом тяжелом классе, ТР-4. Как я на своей стоковой поджерке проеду, не проеду? А, вы так и не починили рулевое? А, вот, без рулевого объехал бизон, хотел брать точки. Любой ценой к победе, но не получилось. Так вот. Да, мосты мерседесовские, говорят, коробка, раздатка, двигатель мерседесовский. Тут только кузов от Нивы остался. Да, но что-то все равно, кузов дает о себе знать, нивовский. Да, карма Нивы никуда не уходит, сломалась, жалко. Сейчас посмотрим, как хижак будет заезжать. Но он сказал, точку взял. Точку взяли, но на выходе, блин, вот здесь, наверное, да, точку они взяли, где-то вот туда сейчас будет хижак нырять. Подожди, а у них какой класс? ТР-4 же, да? А это Т-327, или это не ихняя точка? Я понимаю, они идут в ТР-3. Они в ТР-3 идут, да? А получается, хижак это не ТР-4, это ТР-3. Наверное, из-за колесом проходит в ТР-3. Колеса не сильно большие. Хижак это ТР-3, оказывается. Сейчас он... Это вот там, где бизон сюда заезжал. Ну, бизон взял точку, но, блин... На выезде все случилось очень плохо. Вода джиперская. Минутка рекламы. Чуть-чуть и будет на ровной более-менее поверхности стоять. Есть. Ну, главное будет выехать потом. Есть, дотягивается. Жак точку взял, сейчас будет выезжать. Они заикарились там, потому что деревьев нету поблизости. Бизон также выезжал, и вот он.
Реал. Да, можно сказать, что легко. Это задние колеса. Кстати, он своим ходом выходит, лебедка вообще не натянута. Ну, едем теперь за хижаком, потому что рядом больше никаких экипажей нету. Следующая 300-я точка. Сейчас, правда, не вижу, где она. Какое-то болото здесь, я так понимаю. А вот это хижак. И, короче, туда куда-то. Сейчас посмотрим. Похоже, точка где-то... У меня показывает точка 169 метров рядом, ближайшая ТР-3. Так, наконец-то хижак нашел дорогу. Опять объехали, не с той стороны заехали два раза. 324-я, по-моему, точка. Вот туда вниз. А, вон я уже вижу на том поваленном бревне. Ну, это в воду им заходить по-любому. Тут уже одним колесом не отделаешься. А вот точка, сейчас покажу. Вот она. 324. Посмотрим глубину. Так, штурману сколько там. Глубоко, не глубоко. В принципе, может даже с той стороны легче там такого спуститься и чуть-чуть. Здесь, конечно, больше ему по воде идти. Ну, глубина такая вот. Пока что по пояс. В принципе, это не глубоко. Должен доехать. Куда-нибудь ехать. Дороги уходите. Ага. Он задом будет заезжать. Сейчас развернется. Ага, не так-то легко. А, на месте. Хижак разворачивается на месте, короче, блин. Дерево, дерево. Стоп, 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 стоп. Развернулся. Блин, у меня даже номер есть какой-то гос. Неужели это зарегистрировано в ГАИ? Эта машина, я даже не знаю. Как, что интересно. Колесо, в принципе, доехал там уже, только сфотографироваться осталось. У него даже поворотник есть, так что вполне возможно, что он действительно зарегистрирован как что-то. А у него сзади госномер есть, он зарегистрирован, да? Да, как что, как трактор? Это Дайхатсу? На базе Дайхатсу? Териус или что? Да? Нифига себе, вот это Дайхатсу, оказывается, когда там было.
ни за что бы не догадался, что именно Дайкаса. Блин, полоса на ветре. Ну? Да. Правда, фотографирует, так я не знаю, через... Надо, чтобы был виден 18 его номер, но, наверное, где-то сзади он приклеен. Раньше было только на дверях давали, а сейчас 4 номера. На дверях, на лобовом и сзади. Получается, там где-то есть, его видно. Да на лобовом, наверное, не заснимет. Так, выезжает. Да. Короче, Дайхатсу едет хорошо. Ну, едем, наверное, дальше. Опять какая-то точка непонятна. Вот отсюда 680 метров. И дорог нет вообще никаких, блин. Хижак вот это поехал. Конечно, я за ним тут не проеду. Но, похоже, и хижак там проехать не может. Сейчас разворачивается, будет искать другую дорогу. Затемнеет как-то рано, 4:30. Да, сейчас выезжаем, ищем другую дорогу. Но если хижак побоялся сюда ехать, то я-то тем более не доеду сюда. Тут просто деревья дофигища. Не поехали. Едем назад. Ищем другую дорогу. Какая-то точка, к ней тупо нету подъезда. Вот это вот кругами гоняем. Хижак-то, конечно, поехал. Тут, блин, накидано с деревьев. Вот туда. Где-то, да, в том направлении. От меня сейчас где-то 550 метров точка. Вот такая, так вот он едет здесь, в этом коридоре. Ого, нифига себе тут. Сейчас будет видно, не будет. Так вот он едет. Блин, а что-то я смотрю по навигатору, как-то совсем немного не туда он едет. У меня так надо брать левее. Так, и к сожалению, это все. Затянули со стартом, блин, старт был после часа где-то. 4 уже так потемнело, уже 5 вообще ничего не видно. Вернулись в лагерь, ну, на сушке уже по темному, наверное, никто не пойдет. Короче... За 4 часа не так много накатались. Это как-то разброс точек, честно говоря, большой. Поймать кого-то тяжело было. Так что, к сожалению, но это все. Бизона вон дотянули на эвакуаторе сюда. Я так своим ходом все, он уже отсюда не уедет. Так что, до свидания.